Сегодня мы решили прогуляться по пляжу Бантай. Вот, мы подъехали к пляжу, запарковали байк. Сейчас мы пойдем гулять по этому длинному пляжу. Это самый длинный пляж. Самый длинный пляж на острове Панган. Он начинается вон оттуда издалека и идет. То есть можно было прям начать оттуда, но мы уже поздновато приехали. Вряд ли мы сможем туда-сюда сходить. Для первого раза будет достаточно. По идее, вон оттуда он начинается, и нужно будет идти. Вот. И поэтому мы пойдем туда. Здесь небольшой мыс. И дальше будет идти очень далеко пляж. Мы, в общем, в прошлом году жили на этом пляже. И практически каждый вечер гуляли. Нет, да, кстати, в прошлом году вечером, когда мы сюда гуляли, здесь были крабы. У них здесь хорошее местечко, камешки, тут еще водичка бежит из бассейна. Там вот бассейн есть. Пока нету? Да, и вот. И вот туда, вот там далеко-далеко продолжается этот пляж. Что говоришь, Тимош? Там были деревяшки вместо этого синего дома. Все, мы идем дальше по пляжу в сторону порта, да? Порта? Ну да, мы до порта же дойдем практически. До порта, да. До порта Бангтао практически дойдем. Порта или порт? Мы стенку поставили. Да? Ой, не вижу. Вижу. Вау. Куда мы подходим, Леш? А? Куда мы подходим? На сетке. На сетке? На тротуару. Да. На этому качелю. Да. Идем, да, Леш? И тут гамаки, да? Можно отдохнуть. Ой, не сильно. Леш, подойди, я его сам покачаю. А как не сильно? Ты перевернешься. Окей, все. Все, идем дальше. Вот мы идем дальше. Бантаю. Мы уже прошли достаточно много. Ну вот мы дошли до конца практически пляжа Бангтао. Здесь вот такая вот качелька. Поваленные пальмы. Все, вот там вот он заканчивается, и дальше идет пирс Бангтао.
папа. Хорошо. И сделаю его. И потом завяжу, найду какую-нибудь пилочку и завяжу, и брошу, и полетит солнце. Здорово. У него такой вертолет. Да? Даже машина, которая с колесами. Ну еще с колесами сделаю. И нет, иди пешком, иди пешком. Иди пешком. А ты? А я буду впереди тебя. Вот так? Пешком. Остановись, так, пожалуйста. Ну еще остановись. Я еще построю фургон. Иди. Машина. Вот у меня все получилось. Прицеплю фургон. И мотор там прицеплю, чтобы больше лететь. И быстро. И вот получился. Идем обратно. Пап, 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 пап